Советка да студент яслен отряд яс, купа десны чонькар яс, та отряд яс осуджалась на рощаса президент Владимир Путин. Суэрсайса дела яслен министр Сергей Лавров, следственный комитет МВЧК лишь Александр Бастрыкин. Отряд яс волчмащен мата квайтымен витво, и та каден студент яс зилен уначика стычасен. Чучи медицинаен, пашкаджика вичталась Ксения Мишарина. Киясли уджило влигаж, та й йоскоса шушек саолами пуртен республіка Сатом'йоз. Студотряд яслен удж уджит пай регіон Сывмедемен. Вопан щемщень студент яс вичисне унаторнін. Шуам войвив десант, патріотичіскай акція подулин найвітлесне даскок ями з республіка са муніципалітета. Оцалесне омоля олиш йозли да соціальний ін ясен. Комін студотряд яс уджалене вітимен вонін. Сьогодні в республіке дійсують 28 студентських отрядов, которые объединяют 728 бойцов. Направления деятельности отрядов самые разнообразные. Это, как я уже сказал, строительные, педагогические, медицинские. Есть у нас даже медиаотряд, отряд проводников традиционный и трудовой отряд подростков. Республика Саюра Лешпас есть строительный отряд Яслышуч. Та школям ще зону інтомуло вводжмесь чи Сыктывкарса їм вальда і жіваса школа кипедиген. Оту в'я строй отряду уджали Спіремен, Краснокамський Овмасен, дащтисне Кирти Щембур. Вообще строительные отряды Республики Коми сейчас насчитывают порядка более 100 человек. Коми Республика са строїтан отряд ясен шоу шунжик морт, квайт котурыш, Сыктывкар да ухтаюш. Найвеличене строїтан професія, ужалени, бочтене уждон, ужалан стаж. Порачене гирыш канмовмас ясе, пыртене регіональний проект яс. Та во студотряд яслен кук юбілей. Квайтымен від во отмунем лида, кыш во рощ яса общественний том ёс котурлы. Та каден страна Сауна німала на морт вивлесне отряд ясен. Шуам іміян президент Владимир Путін, том дорі уджавлес кулам дин районен. Работали в Коми, СССР, с Сыктывкаром, там, в других местах. Я несколько лет подряд туда ездил, занимались сначала строительством, да, даже не строительством, а капремонтом домов. Деревянные дома, с двух сторон, две семьи рассчитаны, с двух сторон веранды сносили и крыши сносили. Оставался какой-то самый центр. Ну да, пристраивали веранды и крыши делали. Тачем юзен немало и Коми Республика. Шуамиян земляк, ухтан чужла морд, рощеса герой, ФСБ-лен подполковник Александр Алексеев. Сия героян погибните с шурсок мыщо окмыздас квайты 2 августа лышин Чечняен. Вишкадлы суджорт ясен медмезданы на ес боевик ясыщ. Бурач тачамен, смел да повтамен сиес каштылыны уджорт яс. УГТУ со студентен на Александр Алексеев котырты стройтан отряд. Та ищ вылы пас яма медален. И надо отдать должное Александру. Он сразу нас как-то сказал: ребята, мы будем делать лучшие строительные отряды республики. Комсомольская организация «Индустриальный институт» – это была крупнейшая комсомольская организация в городе. Но специфика была такая, что фактически это была вещь в себе. То есть нам было интересно здесь, в институте, на город мы фактически не работали. Александр Иванович вот разбил эту схему, мы стали выходить в трудовые коллективы со своими агитбригадами, стали проводить субботники на строительных объектах города. Студотряд я Сывмене, Республіка Кадовчич. Талонкомін кипедене нього люджить школа. Та кад'їте ден Владимир Уйба інда чукортне соттет строїтан котр яс. Кижньо ля двокажле ужалан план індеманін. Кикщо морт ужаласне строїтан той віжін, куїм що студент веледан отряд ясен, вєтимен мортен буралан да медицина той віжін. А да світ морт ужаласне сичушана медіа отряден. Ребята понимают, что они созидают, что они оставляют след, очень добрый, хороший след, и восполняют нехватку кадров в тех отраслях экономики, в которых они работают. Регион соправительства Пуркута соцсад на студенческой кутр ясла. Шуам таво, федеральный кудыш, кыскама субсидия, кыкщо комын вид морта свилы да могыш. Ксения Мишарина, Екатерина Родина, Павел Люлян, Мин Юрган, Сыктывкар.